Живопись, секретарь правления Саратовского отделения Союза художников России. Значит, круглый стол, я считаю, что прошел очень плодотворно, поскольку пришли представители Министерства, управления культуры и Главный комитет по имуществу, который нам, так сказать, открыл глаза на сегодняшнюю ситуацию и обрисовала список тех помещений, которые нам на данный момент они могут предложить взамен проданных помещений на Советской 65. Вот. Ну и самое главное, что у нас есть сотрудничество. И сотрудничество, я думаю, будет достаточно плодотворным и положительным впоследствии. Самое главное нам сейчас достичь, так сказать, переговоров с новым хозяином, который просит художников выселиться в недельный срок. А в недельный срок выселиться некуда, поэтому вынуждены будут выселяться на мороз, что для произведения искусства совершенно неприемлемо. Вот. И, ну, надеюсь на чисто человеческое отношение нового хозяина к нам. В случае самого неприятного сценария, который может произойти, и все-таки собственник захочет вас выселить через неделю, какой выход можно найти? Ну, я думаю, выход – это как нам советуют сейчас юристы на данный момент, то есть написать как бы такое, ну, скажем, письмо в прокуратуру по этому поводу, потому что все-таки долгое нахождение художников в этом помещении, оно имеет под собой юридические основания, что мы все-таки какие-то права там имеем. Вот. Плюс к тому же, что всегда как бы тоже дается срок по выселению, опять же, то есть никак не неделя. Ну, я думаю, и уж самые, наверное, крайние меры – это какие-то пикеты, перекрывание дверей и так далее. Ну, только так можно сказать. Что еще? Ну, надеюсь все-таки, что все это будет по-человечески пройдет. Ну и крайний вопрос вот по поводу того, что когда вы готовы уже осмотреть помещение и сделать, можно сказать, такой свой вердикт, куда готовы приехать? Помещение мы готовы смотреть хоть завтра, потому что уже какие-то из них мы посмотрели, то есть уже какие-то по ним вынесено решение. Вот. А дальнейший список мы его просто услышали буквально полчаса назад, поэтому я думаю, что сейчас вот будет создана рабочая группа, вот эта вот, в которую будут входить и представители комитета по культуре, и по имуществу комитет, и наши представители, и общественная палата. Поэтому мы, пожалуйста, вот хоть завтра, то есть прям вот с утра будет снимать телевидение на Советской, а потом можем уже ездить по адресам. Чем быстрее это будет происходить, и мы заинтересованы в этом, естественно, и собственник заинтересован, все заинтересованы в том, чтобы это все продвигалось достаточно быстро.